Сосен, «Под колесом» и «Аббат Фария». 127 работ в кино, на телевидении и в театре. Встречайте, народный артист СССР, лауреат Государственной премии Российской Федерации, актер театра и кино Алексей Петренко. Ваши аплодисменты! Духовной жаждой томим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отвержись вещи зеницы, как у испуганной рыцы, моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон, и внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольние рулозы прозябания, и он к устам моим приник. И вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи, уста замерзшие мои, вложил десницей кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и угры, пылающие огнем, по грудь отверстую подвинул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и видишь и внемли, исполнись волею моей, и, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей. Салам алейкум, хурматай казан, лылава. В преддверии великого мусульманского праздника Курбан-байрам позвольте пожелать вам мира, благодати, здравия и благополучия. С наступающим праздником вас, дорогие казанцы! Ну, а теперь, собственно говоря, я скажу, зачем я сюда вышел. Я вышел объявить номинация «Лучшая женская роль». Подыма! Китай! The prize is awarded to Panima, North Ma, China. Поздравляем вас! Дайте еще раз громче поаплодируем. Панима! Всем большой привет, здравствуйте, рада вас здесь всех приветствовать. Я сегодня очень счастлива быть здесь. Огромное спасибо жюри за этот приз.
Я очень люблю Казань, а также очень благодарна всем, кто здесь собрался и всем тем, кто был на этом фестивале кино. Я очень рада, что фильм, который был показан на Монголии, вам очень понравился. Давайте еще раз поаплодируем, поздравляем. Уважаемая Фатима, мы знаем, что вы не только актриса, но и композитор, и певица. И поэтому сегодня без песни мы вас не отпустим. Огромное спасибо, Алексей Васильевич. Итак, на нашей сцене Фатима, встречайте. Thank you.